Внимание, защитник, который поступил от картошки, от Wargaming в продажу буквально 15 минут назад, вот к моменту, когда я записываю этот ролик, сейчас 12:15, а он поступил в 12 часов, и вышла супер новость на всех регионах, буквально на очень короткий промежуток времени, с 8 ноября по 12 ноября будет продаваться защитник, 12 в 12 по Москве ровно закончится продажи. И супер халява для вас. Я расскажу, как урвать на халяву себе защитник, который поступил сейчас в продажу. Да, мужики, вот так вот. Давайте начинать ролик. Это сенсационное, срочное второе видео в день. Ставьте лайки, а мы начинаем. Хотите знать, откуда у меня столько прям танков и голды? Все это я выиграл на сайте водки.ру. Там каждый день раздают 5000 голды абсолютно бесплатно. А также можно за 149 рублей выиграть премиум танк 8 уровня. Ссылка на водкит, а также уникальный бонус-код от бомбилки для этого сайта в описании. Переходите и играйте. А теперь погнали к ролику. Итак, всем еще раз большой привет, ребят, с вами ваш Бомбилка, и как всегда на вашем экране сегодняшние уникальные победители супер розыгрыша, супер халявы от меня. Вот их комментарии с игровыми никами, и вот наши чеки об оплате. Эти парни получают себе премиум танки до 8 уровня, голду или премиум аккаунт, все что угодно из этого списка. А в этом ролике вы также можете на халяву урвать себе супер приз. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. А какой приз? Узнаете совсем скоро. Это будет сюрприз. Итак, давайте главные новости. Картоха решила продавать главную имбу World of Tanks. Что происходит вообще? Обычно такие танки продаются только на редкие даты, а вот сейчас вот берется и просто так поступает в продажу. Какое-то чудо вообще. Зачем? Почему конец света близок? World of Tanks собирается продавать свою компанию Mail.ru? Или что вообще такого? Почему они так резко начинают продавать легенды, которые, понятно, вызовут волну всплеска продаж? Но могли бы и поберечь на другую дату. Тем не менее, новость такая. Отличные новости для тех, кто ждал в свою коллекцию защитника. Оба брата-близнеца. Объект 252У защитник и просто объект 252У доступны в премиум-магазине. Те самые танки с топовыми показателями разового урона среди одноклассников. С броней, которая позволяет танковать не только одноуровневых противников, но и танки уровнем повыше. И отличная для тяжей подвижностью, с которой вы всегда успеете туда, где решается исход боя и идет самая центральная битва. Итак, наборы на защитника у нас такие в игре, собственно, доступны. Давайте ознакомимся с ними и узнаем, что же это за танки. Ну а перед тем, как мы ознакомимся с наборами, хочу вот еще сказать, что сейчас у вас на фоне поистине самая фантастическая, самое скандальное, самое неожиданное сражение на защитнике в истории игры World of Tanks. Ничего более необъяснимого я не видел. Ситуация, с которой вы столкнетесь сейчас на экране буквально через несколько минут, удивила уже миллионы игроков. В общем, смотрите и удивляйтесь вместе со мной. Я думаю, разработчики это тоже видели. Итак, первый пакет. Защитник малый пакет. Стоит 2999 рублей. В состав пакета войдет танк-защитник 8 уровня. Объект 252У защитник именно. Слот в ангаре и также 2500 единиц голды. Очень дорого. 3 косаря рублей. Пакет объект 252У малый, то же самое, те же 3 косаря рублей. Защитник средний пакет, 3849 рублей.
объект 252 у защитника, слот в ангаре, также 3500 единиц золота, 15 личных резервов, плюс 30 так к опыту экипажа, 15 личных резервов, плюс 100% к боевому опыту на 1 час. 15 личных резервов плюс 50% кредитов на 1 час. И 15 личных резервов плюс 300 к свободному опыту на 1 час. В подарок вы здесь получаете задача на X5 опыта 30 раз. Уникальный внешний вид с бонусом и с бонусом к маскировке. И плюс 100% экипаж. Очень неплохо. И объект 252 у защитник. Средний пакет. Точнее, просто объект 252 у не защитник. И тут тоже танк. 3500 голды. Те же личные резервы, но немножко по-другому отсортированы. И подарок чуть меньше, по-моему. 15 личных резервов плюс 300 к опыту. Да не буду читать. Те же самые, по-моему, резервы. Только вы не получите уникальный внешний вид с бонусом к маскировке. Но и стоит пакет, а стоит так же. Только вам не дадут внешний вид с бонусом к маскировке. Ну блин, фиг знает. Также доступен защитник большой пакет и объект 252 большой пакет, который обойдется в 4559 рублей каждый пакет. В этих пакетах идет танк, 6375 единиц золота, как-то слишком расчетливо, 375. Нет бы там 6500 хотя бы, 7000, 375. Евреи сидят у картошечки, ой, евреи. И те же самые личные резервы, только по 25 штук каждого, по-моему, очень годно. Ну и те же самые подарки, то есть только задача на X5 опыта идет 50 раз, 50 боев. По X5 на защитничке. О боже мой. Но 4,5 куска. Лично я бы не отдал. Не отдал. Если бы это не было, так сказать, моей работой, не отдал бы. Но у меня уже есть защитник, поэтому я не буду отдавать. Но тем не менее, я его купил еще, когда он сразу вышел. Первый раз в продажу. Давно-давно. Выиграл еще, по-моему, где-то на каком-то сайтике. Типа вот гид. Вот так вот. Ну вот, основные новости это так. Но это, мужики, еще не все. Сейчас центральная информация, которая порадует абсолютно всех. Вы можете урвать себе защитник на халяву. На халяву, мужики. Урвать этот самый защитник и объект 252У. Как это сделать, слушайте внимательно. Танки эти в продаже всего 4 дня, и в эти дни все розыгрыши, все ежедневные раздачи на нашем канале становятся абсолютно крутыми, абсолютно супер крутыми. Победители, некоторые победители будут получать голду, там небольшие призы, а некоторые, любой из победителей в течение всей этой, всего этого времени продажи защитника на нашем канале, имеет очень хороший шанс урвать себе этого самого защитника на халяву. Чтобы получить возможность урвать защитника на халяву на нашем канале, вам нужно просто выполнить следующие условия. Подписаться на канал, поставить этому ролику лайк, нажать на колокольчик и оставить позитивный комментарий со своим игровым ником. Лайк, подписка, колокольчик и позитивный комментарий с игровым ником. Это третий раз в истории, третий раз защитник продается. И за момент вот с 8 по 12 число я не знаю, сколько защитников мы раздадим. Может быть один, может быть два, может быть 10. В зависимости от того, сколько вы будете ставить лайков, сколько будете смотреть этот ролик, сколько комментариев напишите, сколько подписок сделаете. От этого будет зависеть данная халява. Вот такие вот новости, мужики. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и принимайте участие в фантастической халяве от бомбилки. Защитник ждет вас в рандоме. Ну, будет ждать. Ну, а для тех, кто хочет гарантированно получить, можете себе его просто прикупить. Продается он очень короткий срок, но, тем не менее, это
довольно-таки большая сенсация. С вами был ваш Бомбилка. Ставьте лайки. Защитник халявный ждет вас. И на этом я заканчиваю ролик. И бой, кстати, подходит к концу. На защитнике посмотрите, какую дичь вытворил этот мужик. Просто разрази меня, Гром. Вырезал всю вражескую команду в одиночку. На похрен, да. ХПшки ему, конечно, подсняли по итогу. Немножечко так поднакидали. Но даже последняя арта, как вы видите сейчас, не становится для него помехой. Вот такая вот сенсация. С вами был ваш Бомбилка. Участвуйте в розыгрышах, особенно в эти дни. Будет просто жара. Пока-пока.